В Пекине завершилась центральная экономическая рабочая конференция. На повестке дня были вопросы, связанные с сокращением производственных мощностей, реализацией непроданной недвижимости на первичном рынке, уменьшением объема используемых заемных средств и снижением корпоративных расходов. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэцян подвели итоги работы в этих и других областях за 2015 год и определили главные задачи на 2016, которая откроет 13-ю пятилетку. В соответствии с заявлением, сделанным после встречи, правительство намерено внедрить стратегию, подразумевающую, что главной движущей силой станут инновации. Реформы будут направлены на решение проблем, накопившихся в производственном секторе, в сферах недвижимости и торговли. Китайское руководство также намерено принять ряд мер, которые позволят сделать экономику более открытой для иностранного капитала.